принимаем от Господа. Аллилуйя. Важно не только послушать, важно услышать, важно принять и еще важнее исполнить. Блаженны не те, кто слышит, блаженны те, кто исполняет. Давайте мы сегодня еще, у меня такая просьба, я хотел бы это служение благословить в Одессе, да, ну, и чтобы это благословение с Одессы, оно на нас перелилось, потому что, ну, мы малые, да, мы хотим благословить больших, чтобы и самим вырасти. У нас такой принцип, у Бога такой принцип. И от нашей церкви мы хотели вам вручить такой небольшой подарок, это рамка для фотографии. Ну, я надеюсь, что памятная фотография Болгарии, где вы посетите, где вы уже посетили самые красивые места, вы сюда вставите, повесите дома и будете вспоминать в молитвах о нашей церкви, о Болгарии, о городе Варна. И спасибо огромное. Спасибо, Марина. Давайте мы прострем наши руки. Слава тебе, Господь. Мы благодарим тебя, Господь, Отче, за то, что пастор Денис, Марина, всей семьей, Господь, приехали в этот раз к нам, уделили время, уделили внимание, Господь, Отче, отделили для себя, для служения Богу, Господь, Отче. Я верю в то, что это Божья воля. И это большое благословение для нашей церкви. И наша церковь благословляет это служение в Одессе. Благословляет, Господь, Отче, Одесскую народную церковь, Господь, Отче. Пусть она еще больше вырастет. Пусть она еще больше, Господь, Отче, принесет плода Тебе, Господь, Отче. Аллилуйя, Отец и Сын, и пусть этот плод умножится, Господь, Отче. Аллилуйя, хвала Тебе, всемогущий Бог. Благослови, Господь, детей, как Ты обещал, Господь, Отче. Из рода в род, Господь, Отче, да будет благословенный Господь до тысячи поколений, Господь, Отче. Аллилуйя, Отец, род Сердиченко, Господь, Отче, во славу Твою. Спасибо Тебе, Господь, Отче, еще раз за это общение, за Слово Твое, Господь, которое Ты проговорил, Господь, Отче, через Своего Сына. Мы Тебя еще раз благодарим, Господь, и славим Тебя. Мы молились во имя Твое, Иисус Христос, нас Господь и наш Бог, и Церковь Божия скажет Аминь. Будьте благословенны. Еще раз. Слава нашему Богу. Аллилуйя.